Победным аккордом завершили торпедовцы программу контрольных матчей швейцарского сбора, да и всего межсезонья. Бронзовый призер чемпионата Словакии, клуб Банско-Бистрица, был обыгран с сухим счетом. Всего 8 секунд потребовалось нижегородцам в середине первого периода для того, чтобы воплотить в гол преимущество в два игрока. Счет открыл Дмитрий Казионов. Торпеда владела инициативой, но изменить счет до перерыва не удалось. Зато на 26-й минуте встречи, атаковав сходу и поочередно добивая, нижегородцы удвоили счет на табло. Успеха достиг Виктор Другов. Ко второму перерыву наша команда успела отличиться еще раз. Хлестким броском шайбу в ворота словаков отправил Сакари Салминин. А точку в заключительной 20 минутке поставил Михаил Григорьев. Он подключился к позиционной атаке при очередном розыгрыше большинства. 4-0 в пользу «Торпеда». Игровая программа межсезонья у нижегородцев завершена. Впереди 7-й сезон КХЛ. Владимир Широков, Роман Кожура, «Торпеда ТВ».